Щенячий патруль! Учения начинаются! Каждый из вас должен нырнуть в воду и подплыть к своему транспорту. Ну что же, вперед! Вода – это моя стихия! Это было проще простого! Крепыш, у тебя все получится! Вода такая холодная! Что ты сказал, Крепыш? Вода холодная? Не люблю я холодную воду, но... Служба! Действительно, очень холодная! Маршал, давай за мной! Сейчас! Ух ты! Бодренько! Эй, Рокки, давай прыгай! Чего ты там? Так долго! Эй, друзья! Я боюсь, вода такая мокрая! Еще и Крепыш сказал, что холодная! Райдер, можно я в другой раз? Пожалуйста! Ты вообще-то должен прыгнуть, Рокки. Если ты сомневаешься, Рокки, тогда ладно. Подготовишься лучше и прыгнешь в другой раз. Спасибо тебе большое, Райдер. Я постараюсь в следующий раз не подвести вас. Щенячий патруль, внимание! Проверяем исправность нашей спасательной техники. Гонщик, начинай! Ваф-ваф! Понял, Райдер! Так, ваф-ваф! У меня должен исправно работать вот этот крюк. Ваф! Ребята, на моем катере есть турбина для суперускорения. Поднимаем. Отлично! Ваф-ваф! Можно ускоряться. Как вы знаете, ребята, я люблю строить и ремонтировать. И здесь у меня тоже строительная подводная машина с вот таким буром. А еще, ребята, у меня есть вот такие мощные турбины для подводного плавания. Быстренько сажусь внутрь. Закрываю батискаф. Погружение. Ребята, вы думаете, что же необычного в катере у Зумы? Этот катер очень непрост. Сейчас вы во всем убедитесь. Смотрите, какие невероятные клешни! С их помощью я могу проводить очень важные подводные работы. Щенячий патруль, вы все получили по значку спасателя и готовы к морской спасательной службе. Кроме тебя, Рокки, так как ты не смог выполнить нормативы во время учения. Как жаль. Я так хотел показать ребятам, на что способен мой батискаф. А до него еще доплыть нужно. Ничего, не отчаивайся, Рокки. В следующий раз у тебя обязательно получится. Морской патруль, внимание! Мы получили сигнал тревоги. Кому-то нужна наша помощь. Прием, щенячий патруль. Друзья, приплывайте как можно быстрее. Нужна ваша помощь. К нам на борт залезло какое-то неизвестное морское животное. Мы не можем с ним справиться, и мы не хотим его обижать, но он доставляет нам немало хлопот. Пожалуйста, щенячий морской патруль, приплывайте скорее. Помогите нам. Щенячий патруль, слушай мою команду. Гонщик, Крепыш, заплывайте внутрь спасательного морского катамарана. Ваф, долг зовет, Крепыш, вперед. Так, сажусь внутрь батискафа, закрываю.
Аккуратненько заезжаем внутрь. О, как же здесь здорово! Райдер, ты не говорил, что здесь так интересно? Ваф, я готов, Райдер! Гонщик спешит на помощь! Так... О, Крепыш, ты уже здесь! Эй, Маршал, Зума, а вы плывите следом за нами! И не отставайте! Эй, Рокки, дружище, ну, а ты не грусти, ладно? Жди нас на нашей строящейся морской базе! Удачи, ребята! О, наконец-то, друзья! Я вижу, к нам плывет морской щенячий патруль! Они сейчас нам помогут разобраться с этим осьминогом. Щенячий патруль, десантируемся! Я на месте! Ваф-ваф! На старт! Внимание, в плавание! Ваф, Крепыш! Да уж, ваф, турбина работает просто отлично. Да, Маршал, за тобой не угнаться. Классная у тебя турбина. Щенячий патруль, ха-ха, смотрите. Так это же наш старый знакомый фиолетовый осьминог, которого мы хорошо знаем. Он добрый, он никогда никого не обидит. Ребята, просто он очень любопытный, ему все интересно, поэтому он и забрался на этот катер. Ну что же, давайте поможем ему спуститься на воду. Эй, робопёс, включай кран-манипулятор. Все, все, он зацепился за крюк, поднимай. Аккуратненько опускаем на воду. Вот так. Счастливого плавания, дружок осьминог. Смотри, в следующий раз будь осторожнее. Щенячий патруль, рады видеть вас на борту нашего патрульного катера. Вы нас очень выручили. Эй, Райдер, а можно мы немного побудем с ребятами, спасателями, посмотрим на их катер, как тут все устроено? Ну хорошо, как хотите, я тогда поплыл на базу. Да, здорово, классный катер, а какая интересная надувная лодка сзади, вы видели, ребята? Эй, смотрите, щенки, нас окружили акулы. Как же мы теперь доберемся к нашим катерам и батискафу? Не волнуйтесь, щенки, сейчас я вмиг вызову райдера по рации, и он нам поможет. Так, не понял, что такое? Почему не работает рация? Батарейка села. Как же так? А новой нету, ой. Вот это проблема. Что же мы теперь будем делать? Рация не работает. Это действительно беда. Беда, помогите нам. Тихо, тихо. Не переживайте. Мистер Спасатель. Что-нибудь мы да обязательно придумаем. Безвыходных ситуаций не бывает. Ой, ребята, чувствует мое сердце, что с щенячьим патрулем что-то не в порядке. Они так долго не возвращаются и не выходят на связь. И Райдер почему-то так долго не возвращается. Нет, нужно что-то делать, я не могу сидеть сложа лапы. Но добраться вплавь до своего батискафа я так боюсь. Но мне так страшно. Но друзей я люблю больше, чем боюсь воду. Поэтому я переборю свой страх. Вперед, вперед, Рокки, ты можешь.
Так, Райдер говорил, что главное дышать спокойно и ровно, и легкие сами тебя будут держать на воде. Так, вперед, Рокки! Ой, ой, мне страшно, какая холодная вода, я тону. Так, успокойся, Рокки, дыши ровно, спокойно и плавно двигай лапами. Вот, у меня получается, я плыву. Вот, так, так, ой, мне страшно. Нет, успокойся, все в порядке, у тебя все под контролем. Вот, я в своем батискафе, у меня получилось. Закрываю кабину. Отлично, держитесь, друзья, я иду к вам на помощь. Ой, что-то мне как-то не по себе. Я хочу домой. Я хочу к маме. Тише, тише. Маршал, ты что, дети смотрят? Мы же все-таки щенячий патруль. Не переживай. Все будет хорошо. Гонщик, а если нас съедят акулы? Какие же они зубастые. Не волнуйся, Крепыш, главное не прыгай в воду, и тогда нас никто не съест. Эй, щенячий патруль, смотрите, смотрите! Это же Рокки плывет на своем батискафе, мы спасены! Так, я не понял, кто это хочет обидеть моих друзей? А ну-ка пошли прочь, злобные акулы! Прочь, быстро отсюда! Что это вы здесь себе придумали? Нападать на моих друзей? А ну-ка, брысь отсюда! Брысь! Вам здесь не место! Идите и плывите по своим делам! Ха-ха! Привет, друзья! Что это вы так приуныли, а? Даю зеленый свет! Рокки, ну ты даешь! Какой ты храбрый, ты разогнал всех этих злобных голодных акул. Да, как ты добрался до своего батискафа, ты же не умеешь плавать. Ой, вы знаете, так было страшно, но я переживал за вас и переборол свой страх и научился плавать, представляете. Я вспомнил, как учил меня Райдер спокойно дышать, плавно двигать лапами, и у меня все получилось. Молодец, мы так гордимся тобой! Хе-хе! Да, вот это и есть настоящая дружба! Правда, ребята, как считаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилось ли вам это видео, было ли вам интересно, и вы были на канале Носики Курносики! С вами был Морской Щенячий Патруль! До встречи и не забудьте подписаться! Пока!